понедельник в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде небольшого снега, температура воздуха днем -3, -5 градусов, ночью 2-4 ниже нуля. Ветер преимущественно южный, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде снега, днем -3, ночью 2 градуса ниже нуля, южный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурно и небольшой снег. Температура воздуха днем -3 градуса. Ночью также -3 и снег. Ветер южный 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег. Днем -3 градуса, ночью -4. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.